С уверенностью можно сказать, что первый день приема документов начался продуктивно. У специалистов Брестского государственного университета имени Пушкина работа уже в самом разгаре. С первых часов абитуриенты и родители консультировались у технических секретарей по поводу оформления бумаг, медицинских заключений, подсчета балла аттестата. Вступительная кампания этого года началась только сегодня. Хотя, конечно, предварительные этапы, подготовительные этапы ее уже состоялись. Это и профессионально-психологическое собеседование на определенный перечень специальностей, это и централизованное тестирование. А вот сегодня первый день подачи документов в университет. Особенностями именно этого года является в первую очередь, наверное, самый важный факт, это наличие минимального балла сертификатов централизованного тестирования, которые абитуриенты должны были набрать для того, чтобы подавать документы в университеты. По русскому и белорусскому языку это 10 баллов, по части дисциплин 15 баллов и 20 баллов. Напомним, что при приеме документов абитуриент должен иметь с собой паспорт, сертификаты о прохождении централизованного тестирования, аттестат, подтверждающий наличие среднего образования и медицинскую справку. Молодые люди очень волнуются, заполняя документы. Как-никак, дорога во взрослую жизнь, но во всем их поддерживают родители. Для меня это очень важное событие. Мы так долго, в общем-то, ждали, выбирали. Ну, определились мы не так давно, честно скажу, со специальностью. Ну, придерживаемся мнения сына. Мы с мужем оба врачи, конечно, хотели бы, чтобы ребенок продолжал наше дело. В общем-то, он вроде бы и готовился, но интересы его превыше всего, поэтому выбрана журналистика. Ну, был бы счастлив ребенок, родители всегда будут счастливы. Я выбрал этот университет, потому что он наиближайший к моему населенному пункту. Я давно мечтал сюда поступить. Очень переживаю, потому что, не знаю, поступлю на бесплатно или нет. Хочется, конечно, поступить, получить профессию, потому что сейчас биологи очень востребовательны в нашем мире. И закончить на отлично. Приемные комиссии будут информировать абитуриентов о ходе приема документов на официальных сайтах вузов, а также на электронных экранах в университетах. Информация будет обновляться несколько раз в день. Последний срок подачи документов 25 июля, так что до зачисления еще придется поволноваться.